Юрий, студент из Москвы. Каббалист. Каббалисты ищут высший разум для себя или для всех людей? Не может искать для себя, только одновременно для себя и для всех людей, как общее целое. Рита, оперная певица из Германии, спрашивает, правда ли, что каббалисты в прошлом были алхимиками и искали философский камень? Никогда такого не было. Каббалисты никогда не вкладывали в наш мир философский камень в поиске золота или во что-то высшие силы. Высшие силы отделены от нашего мира. Только подъем к ним и раскрывает их человеку. Санек, старшеклассник из Омска. Если человек себя изменит, как вы часто предлагаете нам, он сможет читать мысли других людей, подсматривать за ними? Нет. Вячеслав, безработный из Питера. Только честно, пожалуйста, каббалисты могут спасти человечество от кризиса? Если человечество захочет само себя спасти. Я уже в 9 классе и влюбился только недавно. Зато на всю жизнь. Моя любовь и есть та любовь, которую призывают все религии? Спрашивает Стас из Москвы. Ну, на всю жизнь, это на ближайшие там пару дней или пару месяцев, может быть. Дай бог, чтобы на всю жизнь, чтобы было все хорошо, я ничего ему не говорю. Но это совершенно не та любовь, о которой говорит Каббала, конечно. То есть это любовь эгоистическая, то, что есть у него. Елена Константиновна, пенсионер из Калининграда. Каббала может лечить людей? Нет. Врач может лечить людей. Я хороший психолог, правда, работы стало мало. Вот мой вопрос. Каббала – это скрытая форма психологии? Спрашивает Манана из Тбилиси. Нет. Но психология, она объясняет очень многие явления, которые помогают подойти к каббале. Хотят ли каббалисты деньги, машину, женщин, ездить по миру? В общем, как все люди. Или вы как монахи? Спрашивает Владислав Смоленский, артист цирка. Ни то, ни другое. Мы пользуемся абсолютно всем, что есть в этом мире, но в той мере, в которой это нам помогает подняться выше.